Почти 200 миллионов кэш-токенов проекта Кэша, которые стали доступными в результате KYC-отказа, будут распределяться среди верифицированных покупателей пропорционально количеству купленных товаров и не будут продаваться снова. Перераспределение запланировано на 5 июня 2018 года. Напомним, что более 53 тысяч человек из 119 стран приняли участие в продаже токенов Кэша, где было собрано 33 миллиона долларов США. Однако Кэша отклонила 14 миллионов долларов из-за строгой внутренней борьбы с отмыванием денег и, зная своего клиента KYC, политики. Основанный в 2016 году проект Кэша входит в число 100 самых влиятельных компаний блокчейн по всему миру. По словам команды, цель Каши заключается в том, чтобы привлечь финансовое участие миллиардов людей, которые сейчас страдают от медленной, переполненной посредниками и коррумпированной банковской системы.